Говорят, все жилье Витебска было разобрано еще за месяц до начала Славянского базара. Многие стоят в очереди на гостинице в надежде хотя бы на денек окунуться в атмосферу фестиваля. Добрый день, как вас зовут? Владислав. Очень приятно, Владислав. Из какого вы города? Из города Москва. Сергей Иванович. Лариса Борисовна. Откуда вы к нам приехали? Из Москвы. А где вы остановились? А мы остановились вот около храма на улице Сулова. Это квартира или отель? Это квартира. И во сколько она обошлась? Сейчас курс поменялся, стало 8. 8 тысяч российских рублей за сколько суток? За трое. Дмитрий. Очень приятно, Дмитрий. А где вы разместились? Из какого вы города? С Минска. Разместились в общежитии. Там удобно, близко. На всю Славянку то обошлось 56 рублей. Можно ли у вас снять номер на двоих? На все дни Славянского базара ничего нет. Может быть, будет что-то на сутки, но не на открытие точно. Но это нужно вам звонить день в день. Что ж, очевидно одно. Найти жилье на дни фестиваля сложно, но все еще возможно. Привет, малышка, как тебя зовут? Вера. Может быть, какой-то твой любимый певец будет выступать на Славянском базаре? Может, Бадабум. А какие ты его песни знаешь? Я не помню уже. Эх, эти хиты однодневки. Любители шансона. Винодела выпить захотелось. И зашли в шикарный ресторан. Мурка, ты мой муреночек. Мурка, ты мой котеночек. 16-й год подряд мы приезжаем сюда. И надеемся, еще пока ноги ходят, мы будем приезжать. Спели любимые хиты гостей Славянского базара и побежали искать самые вкусные гастрономические уголки фестиваля. Многие кафе города подготовили эксклюзивные фестивальные сеты для гостей Витебска. И вот пиццерия, совсем недалеко от амфитеатра, находится на улице Толстого, подготовила очень интересные позиции. Например, вот и всеми детьми любимые бургер, или вот закуска из селедочки для папы, почему нет, или вот салат для мамы. Управляющая кафе рассказала, что размер фиксированной цены для всех фестивальных сетов весьма символично выбран в честь 31-го дня рождения Славянского базара. А вот для самих участников Славянки есть свои исключительные условия. Участники Славянского базара могут рассчитываться с партнерами фестиваля васильками. Это своего рода фестивальная валюта. Какой курс у этой валюты? Это аналог наших белорусских рублей. Лепесток, это понятно, что это будут копеечки, а василек, это уже наш белорусский рубль. Все, василек главнее. Конечно. Чем лепесток. Логично. Ну, получается, не зря васильки мои любимые цветы. Спасибо вам большое. Приятного аппетита. Получается, вероятность встретить звезду за обедом в кафе вырастает в разы. Все, буду сидеть здесь, пока не войдет Александр Солодуха. Что-то мне подсказывает, что я зря оставила Александру половину картошки. Я знаю, что одно из заведений фудкорта самого треугольного торгового центра страны подготовило крутую акцию. Купи две шаурмы «Славянский базар» и получи напиток в подарок. Да. За билеты у нас можно получить 50% скидку на мороженое. И при предъявлении чека на 30 рублей тоже в подарок за предъявление билета либо мороженое, либо суши. Как здорово! Так, я хочу воспользоваться, значит, акцией номер 2. У нас есть билеты, и я бы хотела получить скидку на мороженое. Что ж, Александра Солодуху я сегодня не встретила, зато точно поняла. Витебск готов к приему гостей.